Приехали на Бородино. И он всю дорогу пел романс, скажем, по дяде. Гитара в Москве спрашивает. Пожар в Бородино. Это я очень заметил, хорошо помню. И заехали на Бородино, народу никого не было. Было очень спокойно, тихо. И сбоку мужчина на лошади пахал. И он попросил этого мужчину остановиться, взял меня, посадил на эту лошадь. Я посидела на этой лошади, посмотрела Бородино. И вот с тех пор для меня Бородино — это просто какое-то святое место. Ну, всем, всю жизнь он помогал смолянам, своим землякам. Очень часто приезжал. Ну и всей душой был, конечно, Смоленск. А были в основном в Гагарине? В основном в Гагарине. В основном в Гагарине, потому что там родители жили, бабушки с дедушкой. Ну, мы и вас приглашаем. Мы, думаю, всех надо пригласить на 90-летие вашего отца. Спасибо большое. Мы сейчас сделаем большую работу. Надеюсь, что пойдем достойнейше. И город Гагарин у нас будет с вами одним из таких конкурентов московского областного города. Да. Наиболее привлекает нас. Ну, что, чем Королёв. Мы же должны сделать, да нет, мы должны сделать достойно и по праву город на стене первого космонавта, вот, вашего отца, поэтому мы должны не поставить, а сделать достойно. Мы же сейчас достаточно много делаем, потому что восстановили память, родительский дом, восстановили дорогу, но мы этому дальше будет больше. Чтобы дети все приезжали вдвоем с детьми и понимали масштаб личности. А если ты приезжаешь, и у тебя что-то не угодно, по-другому оценивают, то у тебя соразмерный масштаб у личности, но должна быть тоже. Спасибо. Мы сделаем. Спасибо. Поэтому будем с вами вместе открывать 11 лет. Постараемся. Делаем обязательно.